Вот гречка А101 вышла, ребята, 28,90, полкилограмма. Вот она называется Карабулдай, вот он. Карабулдай называется, вот он. 500 граммов его, 28,80, 90, ну 29 лир, да, 58 лир кило. Вот такой. Они, кстати, сами производят его, сами выращивают. Вот, поэтому... Вот, пожалуйста, гречка продается, гречиха очень даже хорошая, я сразу хочу сказать, очень хорошая такая у них вот это. И грибочки, вот они, 24 лиры, вот такие грибочки, они хорошие, шампиньоны у них, 24 лиры, 310 грамм, очень вкусные, вот, так что закусон, во, суперски делают. Красиво вообще. Монтар называется у них это. В общем, вот это дела вот так вот.